Меня зовут Нурум Сейтхазы, я с Алматы. Проживаю тут уже более 19 лет. Выбрал обучение в Китае, потому что посоветовали учителя, что знаю только немного по-английски и японский, а базовый русский и казахский. Пикник понравился, да, все классно. То, что писали иероглифы и объясняли, что может быть, немножко подготовку тоже